Привет, ребята, с вами Димас. Я продолжаю играть в Crash Bandicoot Ensign Trilogy, третью переизданную часть. Мы прошли 25 уровней, все кристаллы собрали, одолели Кортекса. Так, а теперь чего? Теперь чего? Что у нас вообще имеется? А, у нас не имеется только один цветной гем. Ну, стало быть, желтый. Пойдемте дособирать. Дособирать то, что можно дособрать. Так, тут у нас чего? Тут все взято. Тут тоже взято. Вот здесь я не помню. Бонни Ярд. Тут не взят гем. А давайте посмотрим. Я просто не помню, какой. А, красный, отлично. Отлично. Значит, собрать мы сможем. Значит, тут отдельная дорожка. Ящики собирать уже, значит, не обязательно получается. Да, у нас, кстати, ботинки появились. Быстро бегать. Побежали, Краш. Так, замечательно. Дорожка гемовая, видимо, дальше. Не знаю, зачем я сбиваю эти коробки. Раз за коробки-то у меня уже взят гем. Отлично. Вот красный гем. Отправляемся. И железный чекпоинт, кстати говоря. Давайте стукнем. Убегаем. Водичка, водичка, водичка. Течет водичка, водичка, водичка. Эх, поранился я. Ай, черт. Это плохо. Блин, опять поджарился. Так, где я тут? В прошлый раз поджарился. Фуф. Чекпоинт. Вау. Птица. Сколько птиц? Отлично, гем взят, отлично, отлично, отлично. Ура. Плюс один гем.
Ну что ж, один гем мы взяли. Отправляемся дальше. Что у нас дальше? Тут все взято. Что во второй комнате? Давайте смотреть. Шестой уровень. Здесь взято. Седьмой уровень. А, вот здесь желтый гем, но тут второй вход в него есть, в этот уровень. Тут взято. Девятый. Ага, Том Тайм. Тут два гема аж целых. Тут вам пурпурный нужен был. Так что заходим. Да, тут два целых гема. И за коробки, и за дорожку. Так что... будем... зарабатывать. Ну, как его? Добывать этот гем. Девяносто пять коров. Ай, блин. Я надеюсь, вроде не смертельная дорожка. 95 коробок. Окей. Так, тут у нас кротки. Кротки. Чекпоинт. Сейчас опять бонус надо будет идти. Ну пошли в бонус, окей. Что за бонус? ТНТ, ТНТ. Ага, два, три. Так, по три ТНТ. Ага, я был прав. Наверх надо слазить. 19 коробок, отлично. Ай! Вы сволочи, макаки. Закидали меня. Нафиг вообще активатор. Макаки. Отлично, масочка. Так, не, я лучше пережду. Да, вот здесь был куч один. Но я, кстати, вот не знаю, как лучше-то поступить. Сперва. Сходить на этот путь. Ну давайте сходим. Вторая маска. Ауч. Что-то тут я не рассчитал высоту. Тут в принципе и без этого возвращения нормально. Вау, вау, вау. Так, шипы. Это плохо. Огнеметчик. Так, замещать его. Ух ты. Так, всех разбил. А, вон гем, кстати. А,
А, черт. Тут надо открывать, нажимать на кнопку, когда буду уверен. Отлично. Так, активатор. Тут еще коробки. Разбиваем. Что у нас тут? Ага. Вот мы возвращаемся на путь, так сказать. Обычный путь. Здорово, чайник. Ага. 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 Так, давайте чекпоинт я сдерну. Осталось не так уж много, на самом деле. Вау. Ух. Платформа. Не уезжай без меня. Я понял. Так, мне же здесь сейчас захлопнут. Повезло. Так, и вот последняя коробка. Так, теперь надо просто не помереть. Стараться. Так, замечательно. Ускоряемся. Уф. И второй ген. Отлично. Отлично. Замечательно. Так, красный и пурпурный уже пригодились нам. Какие дальше будут? Я вот плохо помню. Мы узнаем скоро. Так. 10-й уровень. Что у нас тут? Нет, тут все взято. Отлично. Вторая комната проверена. В третью. Что было в третьей? Динамайт. Замечательно. Надеюсь, здесь не желтый ген. А, как раз таки желтый. Да. Тогда мы не соберем пока тут. Рано я сюда зашел. Окей. Тут как раз желтый. Единственный цветной, который у меня еще не собран. Так, какие еще гемы у нас были? Синие. Может пригодиться где-то. Зеленый. Сейчас узнаем. 12. Что у нас тут? Тут все взято. 13. Тут все взято. 14. Тут тоже все взято. 15. Да даже тут все взято.
Понятно. Значит, в четвертой комнате что-то есть. Ага, сфинксинатор. Вот здесь вот какой-то ген нужен был. Какой? Синий. Ага, отлично. Синий есть. Значит, сейчас пройдем. Тут получается одна дорожка, не за ящики даже. Стоп, а что там у нас? А там вроде нечего такого, да? Просто какой-то путь с жизнью, по-моему. Ну, как-то так вот. Это было близко. Ха-ха. Ах ты задела. Так, ну вроде за коробки тут собрано как раз таки. Так, вот синий гем, синяя дорожка. Ну что ж, что нас здесь нас ждет? Какие приключения? Ага, я, кажется, понял. Много скольжения будет. Отлично, гем взят. Замечательно. Ну, плюс один. Так, я думаю, в этой комнате может и не быть больше ничего такого. Скорее всего, следующий уже будет, ну, про будущие уровни. Причем они оба. Так, 117 у нас. Тут все взято. 18-й. Это гонки, да? А, нет, это не гонки, но тут все взято. 19-й. Да, Future Friends. Тут какой гем нужен был? А 20-м что там? А, нет, тут все взято. Значит, 19-й идем. Да, тут два гема. Какой? Бонжандон, Хинсу, Пауэр. Так, а я не понял, а чё надо-то? Стоять. Тут, похоже, другой вход. Тут другой вход. Да. Так же, как и в том уровне, вот. Ну, как он, где? Желтый гем надо получить еще. Есть другой вход в этот уровень. Тогда получается один уровень, что ли, остался? Там, где нужен... А, ну... Так, начнем. А, тут нужны все цветные, кстати. Двадцать первый. Вот тут какой-то цветной нужен, Гонтомал. А какой здесь цветной? Зеленый. Во. Вот его сейчас и будем проходить.
Надо собирать и коробки, и их. Все. Собирать. Так. Черт. Опять не успел. Ну чтоб тебя. Пошла отсюда. Так, ну здорово, чайник. Блин, так и думал, что сейчас опять попадусь на него. Вон отсюда. Здорово. Что-то я хотел посмотреть, но вроде я все собрал. Ага, вот тут не был собран один из ящиков. Так, вот это активирую 4 коробки. Вот как-то вот так. Так, ну так как теперь есть базука. Черт. Ну иди сюда. Так, ну что ж. Замечательно. Брать ли чекпоинт сейчас? Вот не знаю. Стоит здесь такой. Этот чекпоинт. Потому что мне придется возвращаться, по-моему, именно здесь. Ух ты, блин. Не помню точно, но, по-моему, где-то здесь. Ага. Да. Вот здесь мне предстоит активировать еще. Да еще как-то сделать это осторожно. Еще как-то осторожно это сделать предстоит. Так, тут еще бонус есть, кстати. Давайте в бонус сходим, может. Он вроде как чекпоинт дает в итоге. Хотя это был во второй части. Ага. А что ты активируешь? Стоп.
Мне же надо по активатору стрельнуть, нет? Странно. Это вышло. Так, ну тут по-любому надо стрелять. Ух, сколько нитро. Еще 4 коробки. Замечательно. Бля, это я еще с учетом, что возвращаться надо будет. То есть где-то должен быть на синем пути активатор. Так, иди-ка сюда. Черт ты, лысый. Так, я вот думаю, брать этот чекпоинт или не брать. Хотя бы давайте уничтожим то, что мешается явно. Давайте возьмем. Сейчас вот этот вот чекпоинт и отправимся на зеленый путь. Так, что у нас там? На зеленом пути. Я вот не знаю, не помню. Ну здорово, хрень. Так, я взорву, мне как-то не жалко. Так, опять этот ракетометчик. Отлично, я успел. А, вон ем, кстати. А где же активатор тогда? Там даже еще должен быть где-то активатор. А, вон активатор, вижу. Так, ну тут осторожно. Нафиг ты мне сдался, чайник. Так, вот активатор. А вот обратно. Меня сейчас перенесет куда-то. А-а-а, даже сюда. Хм. Спасибо, конечно. Так тут одна коробка была, да, всего? Так. Чисто пас посмотреть, проверить. Ну, по-моему, да, одна. Так, тут у нас чекпоинт есть. Ха-ха. Оставленный. Мною ранее. А, активатор-то же он еще кое-что активировал. Как не забыть. Тут же нам надо еще... Бляха-муха, вот и про то я и говорил, очень опасно так. Пытаться. Хорошо, хоть... Хорошо, что этот чекпоинт я оставил. Дай, ёлки-палки, я хочу как-то аккуратно. Ну что-то аккуратно совсем не хочет.
Да. Хотя я могу базукой стрельнуть. Че я парюсь-то? О, кстати, они взорвались. Так, 7 коробок впереди. Окей. Ух ты, круто. Ух ты, круто. Так, 6 осталось. Может, это нитро как раз быть. Кто знает. Кто ж его знает-то? Так, здорово, чайник. Отлично. Так, остался только ты. Ты. Отлично, уничтожил. 2 гема. Еее. Так, что дальше? Так, замечательно. Это был 21 уровень. Давайте сохранимся. Сколько это в процентах? 61%. Так, и теперь нам предлагаю. Мы еще не начинали забеги. Может, пойдем посмотрим новый уровень? Ну а чё? Как-нибудь красиво закончим этот уровень. Он как раз 31 или как... А, он 31, да. Хотя у нас еще нету доступа даже... Future Tense называется уровень. Тут 2 гема. Но неизвестно, кстати... А давайте посмотрим. Интересно же просто. Что это за уровень такой? Никогда в нем не был. Вау. Тут что, дорога назад есть? Вау. Есть, конечно. И ящики скрыты. 145 коробок. В этом уровне. Прикольно. Опа, там кто-то летает внизу, что ли? О, здесь вправо-влево еще выносит. Круто. Хи. Забавно. Опа. Тебе что, сбить надо, что ли? Ай, блин. Ну я дебил. Или он просто летает? Да они просто, наверное, летают. Ладно, окей. Я надеюсь, здесь нет смертельных дорожек, хотя, может, и есть. Вау.
особый лучший. Когда же пойти? Допустим, сейчас пойду. Ох, по трое. По три штуки уже на меня. Вау. О. А вы не уничтожаетесь, что ли? Чисто проверить. Ну, вроде все взято, да? Масочка. Ух ты, блин. А, забавно, а чекпоинта еще не было. А. Окей. Да, это будет нелегко. Надо быстро соображать. Это, пожалуй, все-таки так сделаю. Маску дали еще специально. А. Можно вот так вот, в принципе, сделать. Обманули, обманули. Так, чё, я до лифта дошел, что ли? Так, я надеюсь, я все собрал. 14 коробок. Ух ты. Опа, слева активатор. Ты чё, по нему надо стрельнуть? Он что-то не хочет. А как его достать? Интересно. Или я там еще побываю? Вау, какие платформы-то модные. Ух ты! Это было хорошо, красиво. Это было неожиданно немного, но ладно. Так, мне куда? Вау. Гаси меня тут заносит. Давайте, идите. Ух ты. Вау. Как тебя уничтожить? Или его никак нельзя уничтожить? Интересно, ящики тут стоят. Окей. Пошлите его отсюда. Ох. Я бы здесь вот так вот бы сделал, по-моему. Ух ты! Так, а тут активатор нужен. Тут чекпоинт есть. Нужен для меня сейчас чекпоинт. Ну давайте активируем. Я не знаю тут. Здесь что, придется возвращаться. Наверху вроде я ничего не вижу.
ты! Два, три, четыре, пять. Вау, там шипы сверху еще. Опа, можно наверх туда что ли еще залезть? Ты смотри, действительно можно. Тут бонус, кстати. Эх. Обжегся. А мне кажется, это путь как раз к активатору. Отвались. Ах, прокололся. Забавный уровень. Круто. Сволочь. Вау! И куда я попал? А зачем я сюда попал? Вот теперь гадай. А, стоп. Нет. А зачем я тогда сюда вообще лез? Если тут ничего нету. Может там что-то? Нет. Нахрена тогда? В чем смысл? А, может тут деактиватора нету? Надо уничтожить нитро. А, и была какая-то коробка здесь. Вроде бы. Давайте в бонус сходим. Где тут многое остается загадкой. Вау. Да. Не очень хорошо. Но мы еще попробуем. Ах ты, блин.
А, блин, у меня же базука есть. Чё я парюсь-то? Вручную все это делаю. Ты успел. Так, и чё это дало? 29 коробок. Три жизни. Окей. А, а как мне туда попасть теперь? Никак, что ли? Я заблокировал путь, что ли, себе? Я не понимаю. Да, похоже, я что-то все заблокировал. Да, бонус какой-то жесткий. А, я заперт. Черт, вот это жесть, конечно, наворотили. Я понял систему этого бонуса. Хитрая. Мало того, что тут надо успеть. Успеть выбраться отсюда и еще успеть что-то там сделать. ТНТ желательно. Черт, уже не успел. Эх. Хорош бонус, хорош, ничего не скажешь. Вау, и что получается? Я почти прошел его. Уф ты ё! Вот бы сейчас было смешно взорваться. Два нитра. Вау. Отлично. Бонус пройден. Так, куда мне теперь? Непонятно. Куда мне теперь? Ну, давайте поднимемся наверх. Хотя позади что-то осталось. Может, стоит и вернуться назад. Пока не знаю. Какие коробочки тут еще, а? Вы посмотрите-ка, а? Опа! А, не бесконечные. Никто не знает, брать этот чекпоинт или не брать. Ладно, давайте возьмем, но я схожу назад на всякий случай.
Потому что там кое-что я видел. Видел я коробку, но она не активировалась по-прежнему. Но активатор я видел в начале какой-то. Эх, черт, я опять поджарил. Ну ладно. Пойдем вперед тогда. Так, тут тоже неактивированная коробка, нифига. Где же активатор-то? Это не активатор. Опа! Стрелочка-подляночка. Ты уничтожаешься? Опа! Там жизнь! Чёрт, и тут по двое уже! Жесть! По трое даже! Ух ты, блин! Здесь проще, наверное, парить как-то очень круто. Вались. Вау. Еще чекпоинт, но уж нет. Вот прям чую подставу какую-то, что надо оставить что-то. Ах ты, козлина ты. Черт. Я чую, прям возвращаться придется. А, стоп, так это же ты. О, получилось чисто пройти этот участок. Здорово. Так, сейчас он поднимается вверх для чего-то. Опа! Опа, очки. Коробочка. Я ее, конечно, могу базукой сбить. Много можно базукой сбить, чтобы было проще. Упс, это конец уровня? Серьезно? А, интересно, где же я тогда не побывал-то еще? Неужели в этот уровень тоже есть второй вход? Да нет, быть такого не может. Хотя, все возможно. В этой жизни. Блин, вот как к ним попасть? Я уверен, можно как-то выйти на эту дорогу еще. Допустим, вернусь я назад. Что мне это даст? Может, я где-то упасть должен, нет?
Так, ну мне попал. Вот где мне взять вот этот активатор? Наверное, тут есть тоже второй вход, да? Ведь не зря же. Коробку я вначале еще видел активатор. Туда, наверное, непонятно, за какой хрен путь. Вот еще коробка, да, кстати говоря. Тут что-нибудь мы видим? Ничего мы тут не видим. Вау! Что мы тут можем? Может, мы в зеркале что-то можем увидеть? Крутенькая. Нет? О! А зачем это? Какой-то надобности. Интересно. Ничего абсолютно не вижу. Вот я вижу активатор. Но как его... О! Я же говорил, что что-то тут нечисто. Опачки. А может, это активатор вот эти жизни активировал? Мы же не знаем. Может и нет. А туда я не могу упасть даже. Там я боюсь. Ничего и нет, да? Ха. Возможно, что да, возможно и нет. Так, мне вот интересно, это активатор, он что-то активировал еще? Или... Да, хитрый уровень, конечно. Мне кажется, я сдохну сейчас. Тут мне ничего не дает. Кстати. А здесь некуда забыть. А, где нет, есть куда. Но зачем? Да. Вопрос, конечно, открытый. Зачем? Почему я не могу уничтожать вот таких, как ты? Самому интересно. Ах ты, я же говорил, сейчас просто. Так, ну, даже если это так, что мне это дало? Стоп. Тут есть где упасть? Опачки.
скрытенькое местечко. Вы видали это? Лучше с ТНТ, походу. Окей. Я понял, игра. И что там? Я понял, игра. Активатор. Маску дали. Это, конечно, поможет. Немножечко. Крэш, ну блин. Можешь как-нибудь аккуратненько. Да. Как-то это помогло. Как-то. Активатор призывает возвращаться назад. Да, угадаю. Ясно дело, что... А, ну тут стрелочка. Вот она, чё. В чём дело. Я буквально увидел на переходе вот этот путь. Так, это значит, что можно назад возвращаться? Опять-таки... Отвалитесь, шипы. Надо почаще обращать так внимание вот на переходы. Внимательность, внимательность. Так, ну это не активировалось коробка, кстати. А какая же тогда активировалась? Которая там, что ли, впереди была? Я хочу все-таки пройти до конца. Так, ну я внизу ничего не вижу. Вот в чем дело. На переход сейчас тоже ничего не видел. Может быть, внизу что-то есть? Но тоже не факт далеко. А! Это второй активатор. По всей видимости. Так, даже если так оно дело обстоит. Же по-любому должен быть где-то еще путь. Коробок-то маловато будет. Согласись. Нет, здесь я не вижу пути. В начале уровня. Может быть, кстати, на в начале что-то быть. Может быть, может и нет. Ух, это было очень опасно. Здесь я ничего не вижу, кто-то меня убил, да. Тут меня гад убил. Куда стрелочка ведет, кстати? Что-то я не понял. А я здесь был? А-а-а, это вот активатор. Активатором я открыл. Это стрелка еще. Тут получается. Блин. Опа, ТНТ.
не вообще помните. Его же проще взорвать будет. Опять ТНТ. Можно как-то... не взрывать ТНТ. Няу. Это очень опасно, куча. Ух ты! Сто девять из 145. Ух ты, черт, чайник, ты тупой. Че, тут по несколько, что ли? Да вроде нет. А, или сверху откуда-то приходит. Ух ты, блин. Коробочка интересная. Она мне не пригодилась, эта коробка. Не могу достать. Ах ты, черт, блин, обидно-то как. Маску я получил, а толку-то от этой маски? Вот эта стрелка получается наверх. Ну черт, ну не хочу я так спускать маску. Только не так, пожалуйста. Так до обидного. Обидно. Да чтоб тебя разорвало. Надо как-то вот успевать. Я не знаю, как мне так получается иногда. Сволочи поганые. Нет, надо две маски. Без чекпоинт это вообще никак не, блин, пережить. Кто ж знал, все чекпоинты потратил. Такая подлянка. Я его хочу пройти все-таки. Я ее обнаружил.
сдохни, ракеты. Так, не дают пока вторую маску. Ну тут надо быстро проходить просто, как-то умудряться. Так, да еще назад надо возвращаться. Да ёпарса это. О, вторая маска. Так, главное не соскользнуть сейчас. С двумя масками будет вообще шикарно. Все это дело. Я думал, может быть, здесь другой вход просто есть, а оказывается нет. Оказывается, все вот так вот. По-хитрому. Так. Отлично. Две маски сохранил. Так, что у нас тут? Кто помнит? А, вспомнил. Стоять. Два ТНТ. Так, сейчас по-моему чайник попрет. Но он один. Вот здесь я сдох, к сожалению. Здесь надо просто было аккуратненько. Аккуратненько пройти. Вот так вот. Аккуратненько. Опа! Да ты чё, гонишь что ли? Ха, прикиньте, здесь смертельная дорожка. То есть все было зазря сделано оно. Окей. Чё, вы думаете, есть вариант, чтобы не помереть? Не, ну варианты есть, конечно. Вопрос, эта дорожка ведет к ящикам или не ведет к ящикам? В общем, вопрос. Она просто себе дорожка, дороженька, так сказать. Непонятно. Внизу я вижу этих чайников.
приехали отрубнуть. Ну, я представляю примерно, где я. Примерно я представляю, где я. Так, я хочу кое-что изучить в этом уровне получше. Вались отсюда. Вот туда. На кой хрен? Хотя, может быть, все-таки есть какой-то там хрен. Давайте еще раз посмотрим. Блин, маску потерял, это плохо. Да, блять, вторую потерял. А какой хрен? Тупик тут. Кстати, зад он тоже не прыгнет. Забавно. То из этого бомж я был. Был же? Был. Я просто хочу тогда посмотреть, понять, смогу ли я хотя бы один гем за этот раз взять, или не смогу. Да, но здесь... Смотрите, как оно сделано. Ух ты, блин. Сука, блядь. Специально ей ящики они давались. Было 96 же, да? Просто хочется посмотреть. 96 это плюс сколько? Плюс 11, грубо говоря. Плюс 11 ящиков. Так, погодите, а тут стрелочка должна быть. Что-то ее пока нету. А-а-а, вот оно как все устроено. А зачем так? Зачем так усложнее было? Чё, гонишь что ли? Опа, а это серьезно что ли? Я не уничтожил ни один нитро, получается. Сейчас получается коробка и не такая обязательная. Так, ну снизу я точно ничего не вижу. А, ну тут был чекпоинт, окей. Опа! Я вижу коробку.
Эх, зацепился я. А, нет, там ничего нету. Ну ладно, тогда что я предлагаю? Как-то затянулось уже все это дело. Про смертельную дорожку мы теперь в курсе. Да? Дойти туда без смертей, это, конечно, придется постараться очень сильно. Но мы попробуем. Или в другой раз. Хотя, ладно, давайте в другой раз это сделаем. Сейчас я благодарю вас всех за внимание. Скорее всего, даже в следующий раз я... Так, это была только попытка зайти в этот уровень, более-менее понять его. Хотя, может быть, со следующей серии я его и... Все-таки запишу этот уровень. В общем, не хочу делать длинными серии. Давайте закончим здесь. Благодарю за внимание. С вами был Димас. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.